Всех приветствую на своем канале Technobo. В этом видео я покажу и расскажу, как очистить весь ваш кэш на вашем Android смартфоне. Для этого нам понадобится только одно приложение, которое называется OneTap Client. Это приложение вы сможете скачать по ссылке в описании под видео из Play Market. Итак, начнем. Заходим в это приложение. По остальным элементам приложения я не рекомендую лазить. Я покажу только, как очистить весь кэш. Нам понадобится вот этот раздел «Очистка кэша». Вот. Там, где написано «Large Cache», вот, мы видим сумму 236 мегабайт. Это столько у нас кэша на телефоне. Вот. Чтобы очистить весь кэш, нам надо нажать на метлу эту. Так. Вы, когда скачаете это приложение, вы должны разрешить службу в спецвозможностях. А еще я рекомендую включить Turbo мод. Так будет быстрее очищаться кэш и будет больше времени. Сейчас очищается у меня кэш. Нам надо чуть подождать. Как вы видите, у меня кэш очистился. И теперь у меня нету лишнего мусора на телефоне. Вот. Вот тут есть список всех приложений, которые очистился весь кэш. Ну вот такое у меня видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что у вас все получилось. Всем пока.